Сегодня члены дегустационной комиссии дегустируют вино. Это в последний год становится достаточно популярным среди наших потребителей и занимает значительную долю предпочтений. Покупатели выбрали алкогольные критерии вообще. Винный напиток предполагает наличие в нем винной основы не менее 50% и набор различных ароматизаторов либо же каких-то других пищевых добавок, улучшающих или изменяющих вкус напитка, чтобы придать ему определенную индивидуальность. Конечно же, изготовитель должен быть этикетом, что и определяет его наименование. Вот эта задача сегодня стоит перед членами комиссии – оценить, сопоставить ту информацию, которую видит потребитель на этикетке изделия, со своими экспертными оценками уже содержимого той потребительской тары, которая предлагается потребителю. Что мы видим сегодня? В принципе, это действительно недорогая алкогольных напитков, и особых претензий у экспертов она не вызывает.